Вы смотрите «Самое доброе утро». И с вами его сегодня начинают Илья Колесов и Ольга Соловьева. Илья, сюрприз. Пожалуйста, угощайся. Очень странно, Оль. Этим яблоком, может быть, ты хочешь напомнить, что именно оно навело Ньютона на мысль о земном притяжении? Или нет, ты представила себя древнегреческой богиней раздора, да? Ох, какой же ты, Илья, мнительный. Просто врачи рекомендуют для здоровья съедать как минимум 3 яблока в день. Ну а вообще я завела эту тему яблок сегодня для того, потому что сегодня в Великобритании Apple Day. То есть день гаджета, что ли, получается? Нет, с гаджетами отмечать ничего не надо. Сегодня праздник яблок. В этот день проводятся сельскохозяйственные ярмарки, а также всякие угощения из яблок. Ну а подробнее об этом наш следующий сюжет. В Великобритании сегодня отмечают День яблока. Помимо всевозможных конкурсов и забав, выставок и ярмарок, англичане в этот день стремятся привлечь внимание к сохранению своих парков, садов и других достопримечательностей. А в Ярославле общественное внимание к нашим родным пейзажам привлекает фотохудожник Виталий Котов. В разное время главными вдохновителями выступали овощи и фрукты. Так что от темы яблок, да еще в урожайный год, отойти попросту не смог. Тем более, что идеи в прямом смысле слова лежали под ногами, настоящим ковром. Они именно все хором дружно, вот как в течение какого-то года они расцветают, и вот такой вот сумасшедший урожай они дарят нам. На следующий год, ну, от силы 2-3 яблочка, на яблони будут все. Они как бы, ну, отдыхают, может быть. Этот яблоневый сад Виталий Котов приобрел вместе с дачей. Здесь он и творит. Здесь же его урожай попадает не только на стол, но и в съемочный павильон. Почти все овощи и фрукты на страницах этого календаря выращены самим художником-садоводом. Урожайная тема так поглотила воображение Виталия Котова, что уже несколько лет он продолжает пополнять коллекцию своей необычной моркови. Пока я такой плохой садовод, что у меня такая морковь идет такая непонятной формы конфигурации с очень интересным содержанием. Поэтому эта тема неиссякаемая. Вот последний раз, последняя работа делал как раз вот по этой осенью. Хотя начал я эту тему, наверное, уже лет... Ну, 10 лет назад это точно, если не больше. Из последних работ Буратино и папа Карло материнство, и вот это ужасы нашего городка. Ну а после профессиональной фотосессии морковь-звезда отправляется по прямому назначению в кастрюлю.